Глава Тирасполя Олег Довгопол сегодня рассказал президенту, что Тирасполь чудом избежал коммунальной катастрофы. Когда на Покровской раскопали коллектор, увидели, что трубу могло прорвать в любой момент. Плюс в этом месте очень близко грунтовые воды. В случае аварии должно было размыть фундаменты соседних зданий. Сегодня в ливень 6-метровую яму для коллектора почти засыпали. Рабочие не уходили даже на обед. Водоканал поменял трубы в рекордные сроки. Завтра после обеда троллейбусы вернутся на Покровскую. Очень своевременно начались данные работы, потому что когда вскрыли уже фактически дорожное покрытие, увидели, что там внизу творилось, то, откровенно говоря, вообще непонятно, как это все работало до сегодняшнего дня. То есть оно в любую минуту могло дать порыв, дать течь, вот, и, соответственно, могло привести к не очень хорошим последствиям для тех зданий, которые находились рядом, потому что там проходят еще и грунтовые воды. Главный инженер водоканала подтвердил слова мэра. Это был бы обвал, провал, и вот как Бендары, эти коллектора. Происходит хорошо, что без жертв, то есть вовремя мы делаем вот эти все работы. Глубина огромная. В четверг одну из центральных улиц снова перекроют. Рыть начнут в районе ЗАГСа. Там тоже нужно поменять старый коллектор. Он лежит под землей много десятилетий. После 12 апреля будут копать на площади у выставочного зала Екатерининского парка. Под центром целая сеть самых разных труб. Инженер-проектировщик Виктор Давыденко, это он строил почти весь центр Тирасполя, вспоминает, как из-за грунтовых вод в центре под землю ушел экскаватор. Когда строили фонтан, отводили участок ливневой канализации от фонтана, сброс сделали. Там вот на углу здания, вот где стоит сейчас наш комплекс этот, там коллектор 2х2 сечения. И вот когда экскаватор копал там, провалился один блок, сломался. Коммунальщикам Тирасполя хватило всего несколько дней, чтобы провести сложную и, как оказалось, опасную работу. Власти города считают, что повезло и катастрофы удалось избежать. Наталья Ткачук, Леонид Мастак, ТСВ.